Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I never came the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands, only to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, just blowing out my mind. You got this look I can't describe. Здравствуйте, как вас зовут? Привет, ну, меня конечно. Зовут Софи, я из Англии. Из Англии? Ой, прекрасно. Скажите, а как вас занесло сюда? Занесло? Это как я пропала? Да, why you here? In this country and on this stage? Ой, я еще не знаю. Так, нет. Говори, да, говори, да, говори по-русски. Мы потом переведем, все нормально. Я здесь преподаю английский. Okay. Я работаю в семье. Oh. Я здесь жила. В семье? Like a nanny or something? Like a teacher, right? Ну да, да. You're working for the kids? Yeah? Yeah. Oh, that's so nice. And how long? Уже, да, полтора года, два года. Okay. I said 2 years. Да ты в каком-то одном языке говорить. Давайте. Вы хотели по-русски, говорите по-русски, нас смотрят русские, прекрасно. Мы потом переведем в Лондон. Да. На английский. А песня это... Вы все ко мне в гости. Окей. В общем, на самом деле, спасибо. Я почему повернулся? Потому что мне не хватало просто этой эмоции. На протяжении, да, вот всего прослушивания, которое происходит уже второй, там, третий день, неважно. Не хватало вот такого настроения у меня в коллективе, потому что все с какими-то голосистыми голосами, а здесь, понимаете, можно даже и некую босанову попеть или что-то в этом духе. Мне очень приятно, что вы, судя по всему, теперь в моей команде. Да. Спасибо. Приятно, да, приятно, спасибо. Молодец.